Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как сегодня прошло заседание у Алексея Ворсина? Можете прокомментировать? Отказываюсь комментировать. Вы можете что-то сказать? С нашей стороны, со стороны защиты, были заявлены ходатайства очередные. Во всех ходатайствах, за исключением одного, во всех ходатайствах, за исключением одного, были отказаны. Неясно одно осталось на разрешение одного ходатайства Ворсина о посещении врача. Ждем разрешения до завтра. Одноразовое посещение врача. Скажите, пожалуйста, что насчет продления меры пресечения? Меры пресечения, суд вынес постановление о мере пресечения. Будем обжаловать. Нас, конечно, не согласны. До какого числа продлили домашний арест? До 16 декабря 2001 года. До 16 декабря 2001 года. Будете обжаловать решение постановления? Да, конечно, да. Леша, держись.